Я разбомбил. Честно, для памяти. Я опять попал в кадр. Олег, он ленит каску, он тут зеленый. А там на всех нас хватит, как а я вот всяких разных. Да? Тем термосом добью его. Ага, хороший. Вот, Оля, повтори тост. За здоровье. Все, поднимаем. За здоровье. За здоровье. Я тоже здесь. Оригинально. Я тоже здесь. Я здоровье. Что-то свеженького, да? Она я сейчас скажу, подожди. Я сейчас так скажу. Я сейчас буду говорить. Да я не хочу есть. Все. Это на апельсина? Смотри, заныкал, потом. Не буду вас в искушение вводить. А куда, куда? Я ее заныкал, сними. Дай на полку, да? Заныкал. Лешенька. Налей, налей, дай. Прошу, прошу. Начинай с водки, разминайся. Салам. Вот ты еще уронил. Салам. Валейкум ассалам. Ну, говорит, пассалам алейкум. Что? Салам, журавик. Тоже в них. Вот это сегодня. Оксан, давай тост. На пользу нету еще. Где Ольга? Ольга. Я сетки перетяну. Оля, опять испугала. За 20 минут ее. Шарка. Еще 40 градусов. За 20 минут добежка. А это с собой таскает. Внимание, стоп. Стоять, бояться! Приехал! Мы много лет не виделись давно, друзья. У каждого судьба своя сложилась. Работа, увлечение, семья. Забот по жизни много накопилось. Но несмотря на это, вместе мы. И вечер встречи вновь нас объединяет. И радостью глаза наши полны. И вновь дорога в прошлое открылась. Давайте вспомним школьные года и проведем прекрасно этот вечер. Но для начала я предлагаю выпить за нашу встречу. Ура! Было уже. Ну ладно. Не, ну за нас по рукам. Не целованный по кругу пошла. Привет, привет. Занесся тебя. Саша, криминал не снимай. Целовать не дуру. По-русски три раза, это мусульмане. По-русски три раза. Все пошла, молодец. По телефону так шумно было. Ништяк. Да. Ты пришла, мы все заснулись. За любовь и за сильную. Ну, за вас, наши красивые любимые. И ради этого мы столько всех успокаивали. Сань, ты нас снимай только когда-то, мы уже ничего. Вот полковник, я дальше. А сама что-то пишу. Полковник, еще вот это, вот это. Он был грузин. Я такая, раз. В смысле грузин? Грузин был. Я говорю, ты откуда знаешь? В учебнике написано. Я говорю, да не может быть. Да написано в учебнике. Я открываю, там написано. Ее отец был грузин. Я говорю, вы что, шатану? Это типа я ее мама, блядь. Я говорю, грузин, это другое слово, не грузин. Сейчас. Да, соседка. Соседка. Базарь давай. О, сразу Леха. Не, чтоб молчал. Я не попытаюсь. А что говорить-то перестал? Тост. Тихо. Тост. О, тост. Кого там приезжали? Тост предоставляется. О, что это такое? Взяла бутылочку, да? Ирин, по блондинкам пошли, давай. Твой тост. А что это такое? Вот что ты какая-то там блин. Сэм. Тихо. Дайте скажут. Блондинка, дайте скажут. Сэм, все, жопадлы. Надо молчать. Ира, говори. Давай. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это ведь я не сказала. Я повторила. Давай вас куда, говорю, неси сюда. Набрались. Мы дождали браги, не дождались. Мы еще летим, Саша. Давай споем, пожалуйста, эту песню. Давай здесь. О, Александр нам исполнит ее, да? А может, не надо? Нет, вы молчите. Ты выпил уже, что ты нас уезжаешь. После третьей недельки. Оксан, ты хочу нас будет? Оксан, нету? Ну и да.
Все блондинки. Оксанка, блондинка Коршина. Тихо. Ну давайте за встречу. Не совсем так тепло. Ой, я не знаю, как обезьяна взорваться. Умный или как? Олег, Олег. Ибо на Титанике плыли все здоровые и богатые. А выжили те, кто удачливее. Я знаю. Маленько грустный тут. Так будет с вами наша За удачу. Мы ждали продолжение. Мечта. Маленько грустно. Я же вам дал кусочек счастья. Надежду дал маленько. Вы же богатся, как трубку заливали. Он разговаривает с радио. С рацией. А с по рации это вообще классно. Я даю съездить с рацией. Это что-то. Нет. Нет? Нет. Нет, такую дрянь говорят. Нет. Слушайте, противно. Нет. Солярку, бага, все. Вот кто сломался, а там град, ребят, дайте тишину, блядь. Меня так всегда бесит, блядь. Лучше без навигатора, без ничего ехать. Девочку, смотрите на Самару, блядь. Где стоит, блядь? Солярку продам, блядь. Чё, почём, братан? Вот ты захуёл, ты залупил цену. Простите, девочки. Где давно сидели? А завтра грянут метели. Кому ты будешь нужен всего? Я вот сюда, ты можешь понять, и как сюда улетать. Зачем его куда-то зовут? Вот это молодость нашего мира. Если здесь и потом его песни, его родина тут. Юдин как Спанову херачили. Дима, он начал как-то этот, Божий начал. Я вот Димку узнал, когда он тут уже под ярви. Дима играет на гитаре. Совсем не конец. Здесь и потом его песни, его родина. Чё, столы? Ты не скажи туда. Там уже долго там всё. А, там-то? Не зимой. Вы же приводили там уже на себе. Ещё постарше. Что за глупость творится? Что за глупость творится? Отморозил конец. Это руками же играют. Не поёт и? Не поёт и? Отморозил. Отморозил конец. Да-да-да. Ты там покручивай. Не снорковый. Середина туфтоновая. Я помню. Нет, вон там была. Я была в той кучке. Лен вернулся. И тут такое началось. Два слова на прощение. Нет, я не ухожу. Я сейчас вернусь. Я провожу. Два слова на прощение.
Пока-пока. Для меня это очень дорогие гости. Я вас всех люблю. Каждый год будем встречаться. Я им все скажу твоего имени. Ну, с кем я не сидела. Свет, ничего себе, он опять пришел. Мы с Николасом да? Как? Дальше подъезда не отходить. Следите, пожалуйста, за ним. Поэтому у нас мальчик-девочка. Знаешь, с кем пошел? От подъезда не отходить. Ирина, если он там начнет, бей сразу его по башке. Если ты уйдешь, я разрешаю. О, нет, бить я тебя не буду точно. Я обещаю. Я тебя, а ты не даже снюток не смогу. Сейчас, подожди, самый красивый девчонок пару слов. Ну-ка. Здорово посидели. Замечательно. Что? Мне тоже так кажется. Оля, видимо, про эти шипительки разговор был, да? Света, дай одну живую шипительку. Капюшон Ире положи. Не для понтов. Сюда смотрите. Я как сейчас помню. Вот. Сразу тишина такая. Ну, давала она мне срисовать. Сразу тишина ушла. Ну, с Ленкой Ракитиной ты сидел? Добрый ты. Шиншилка из фотка. Заводить, кто тебе не дает-то? Нет, нет. Тебе кота мало? У тебя кот-то живой? У меня кот, естественно, собака и кот. Все хорошо? Все есть. Все есть? На кого ты меня заставила? Племянница Катя мне. Щелкни меня шиншилкой. Сережа, нам дочка? Ага.